Вот этого лучника надо бить. Так, там дебаф держится. Надо вот этот скилл заюзать массово. Бьет, бьет, ребят. Это тоже бьет. Так, сейчас я разверну его, ребят. Он меня бьет. Смотрите, я разворачиваю, чтобы все били со спины. Теперь все бьют со спины. Так, Биш выжил, а то Биш там проседал, я видел. Так, ребят, Биш... так, сейчас, видите, я танчу, ребят. Ну, у меня в фуллплей плюс 6, конечно, я танчу, ребят. Так, смотрите, покажу его статы у самого. У лучников 3600 по атаку эти, ребят. 3600. Так, ярость. 3600 по атаке, ребят, лучников. Ну вот, но мы сейчас четвером бьем. Четвером, ребят. 924 по атаке, ребят. 537 по деф. У него. Помните, да, уже сам по себе сильный. Почти 1000 по атаке. Ну, не так, конечно, как чайник сильный, блядь. С него падают, ребят, мечи. Вот Эскалибур. Это люксоровские мечи, ребят. Хама падает, которые в Люксоре не продаются, но по грейду как мечи. Ну, по рангу, да. Можно поменять неделю победы, ребят. Хама. Соответственно, все мечи хорошие. Компот-шлем, ребят, и сверкающая диадема. Вот одинаковый шанс 25%. Компот-шлем, ребят. Из-за чего этот РБ выгодный. На компот-сет, ребят, шлем собираем. Так, на ком он? Так. Еще Next есть, ребят, смотрите. От 3 до 7 свитков на оружие цешное. Краска вынос силы плюс 3 минус 3. Репутация клана, ребят, свиток. Щиты, ребят, компот щит и башенный щит. Это хорошие щиты, да, но компот щит, сами знаете, он еще подходит для, соответственно, для сета. Краска силы выноса, ребят. Яйца РБ, силы ловкости еще. Вот. Так, показал. Так, лор его, почитаю, сейчас ярость заюзаю, ребят, на второй девахе. Он на второй висит девахе. Он висит на второй. Сейчас я его разверну, ребят. Второй. Разверну он второй, чтобы это сзади подбежать, ребят. Он на мне теперь. Вот, отлично. Остальные все сзади бьют. Это важно, ребят. Так, читаю его лор. Кто, ребят, не был вчера, я читал. Сейчас еще раз почитаю. Вот, ребят, уровень 45-й. Рейдовый босс. Железный гигант, который предположительно был сделан дьяволом Белефом, одаренный силой искусственного интеллекта. Он является големом, разработанным для управления другими големами. Но по капризу Белеф он был переведен в режим готовности и запечатан, ребят. Во время бездействия ему, как идолу, начали поклоняться малоразвитые орки. И сейчас, после повторной активации, он считает себя богом орков. Ну, есть орки, вот, которые у него в охране, вот эти лучники ссаные, блядь. Склоняются ему. У него, ребята, резист к лукам, резист к даггерам и уязвимость к блантам. Он магическое создание, ребят, считается. Поздравляем с успешным завершением рейда. Так, посмотрим, ребят, что с него выпало. Так, сильно действует зелье исцеления. Клинок меча кошмаров, ребят. О, компот щит выпал, целый щит. Клинок меча шепчущей смерти, ребят. Краска силы вынос. Компот-шлем. Компот-шлем, ребят. Оружие С. Заебись. Заебись дроп. И шлем, и щит. Компот.